Всем привет, дорогие друзья, с вами Миридар, с вами Warcraft, сервер ПТР, тестовый сервер. Пару дней тому назад здесь накатили обнову перед Легионом, вот, кое-какие фишечки стали уже доступны. Ну и самое главное, что мне очень сильно понравилось, это создание персонажа сотого левела. То есть там такая шаблон, да, создаем кого хотим. Давно хотел магом поиграть. Магом. Ну, конечно, да, давненько не играл, графику очень приятненько так подтянули. Немного побегал за кадром, все вот эти вот эффекты заклинаний, там, всякие там превращения, трансформации, очень красиво стало выглядеть. Я говорю, я давно не играл, это не факт, что плюшки Легиона, это может еще с Дренора, старая память. Так, ну, давайте быстренько создадим персонажа. Аксессуар. Здесь есть такой офигенный скин. Типа такая железная челюсть. Я думаю, она железная все-таки. Да, похоже на железо. Очень круто выглядит. Так, лицо нормально. Прическа тоже пойдет. Назовемся. Или да. Поехали. Вот, хлоп, сразу сотый левел. Так, ну, заходим. Да. Обновление персонажа какое-то. О, пошло. Так, вот мы зашли. Здесь у нас такое окошечко информации. Его, по-моему, раньше тоже не было. По-моему, в Дренуре добавили, ну, неважно. Короче, то, чем нам можно заняться, да? Новая локация — это Расколотый берег, да, насколько я понимаю. Вторжение демонов. Дайте отвор армии Легиона, чтобы получить эксклюзивные награды. Ну, новые трансмодификации, магрификации. Это ладно, это пофиг. Вот, ну, конечно, блин, очень как-то, не знаю, красиво они то ли перерисовали, то ли я давно не играл. Очень здорово сделали. Вот, также есть некоторые фишечки интерфейса. Скажем, когда вы с кем-то взаимодействуете, появляется ваша шкала ХП и маны. Да. Побегала тоже там с друида, за сову погонял. Еще за кого-то, команда, по-моему. Вот, изменили они этот дополнительный ресурс, да, вот, вместо маны всякие такие набирающиеся там полнолуние, да, как то же самое слово затмение. Вот, эту штуку они переделали. Смотрите, какой маунт офигенский, а. Блин, круто. Как называется? Гончая недр просто, да? Шикарно. Был такой питомец. Ну, что было, сейчас есть. А тут, да, конечно, очень здоровски сделали. И где-то еще офигенского летающего маунта. Он все на этих обогренных, как они там, покорителях тусуются. Очень видел маунта такого, типа, виверна такая, с длинной шеей тоже, блин, классно нарисовано. Вот так вот, давно пора, что в Варкрафте, что там, не знаю, каких-нибудь танках, сразу же давать возможность максимальные хай-левела получать, да, то есть как бы мне, как человеку, который отдал Варкрафту, там, не знаю, года два, наверное, так, нон-стопа движухи, постоянно было лом качаться, качать нового, качать заново. Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть на ПТР. Да, вот все мои маунты есть. Такая небольшая коллекция. Это гильдейский, по-моему. Да, тоже любила на нем рассекать. А, шикарно, шикарно выглядит. И еще. Так, вот мой обогренный дракон. Анзу. Блин, вот с каждым маунтом столько всяких интересных эмоций. Тритератопсик, как он там называется? Сланцевый доисторический
единорог. Прикол. Верблюд. Не помню, откуда он. Ну, по-моему, с этих самых. С этих, блин, господи, с Пандарии. По-моему, там добавили Мишка. ПВПшная награда, если ничего не путаю. Да? Элики. Ой, блин, маунты. Давайте я что-то как-то напоролся, давайте уже расскажу. Я вот навыбирал самых таких памятных. Скажем, вот этого динозавра тоже шикарно выглядит. И, по-моему, он... Блин, все перепутал. Наверное, в катаклизме его еще выбил. Тоже офигенски смотрится, и с ним еще такой прикол был. Короче, мы в пати из троих были. Вот, и облетаем континент, там, убиваем боссов, которые спаунятся. Вот, и видим, по-моему, тоже такой же динозавр был, типа босс. И этот трэш, миньоны его типа. Вот, и мы, короче, вдвоем летим и зовем третьего, типа, поехали бить моба. А он что-то там какой-то херней занимался, такой вообще, ну, чепухой какой-то. То ли там руду какую-то нашел, то ли что-то такое. Короче, долго мы его звали, а там постоянно конкуренция. Все хотят завалить его, вот. Но, слава богу, ну, я все время за орду играл. Были только алики, и мы аликов благополучно убивали. Вот, потом что-то нам надоело, или что-то он... А, или он сказал, бейте без меня, ну, что-то такое, короче, не прилетел. Вот, мы убиваем этого динозавра, и хлоп, падает маунт. Мы его ролим, и вот я выролил его. Офигенски выглядит, ну, так вот, пум-пум, может делать. Да, это, как я уже говорил, гильдейский скорпиончик. Блин, шикарно, конечно, нарисован. Блин, близам нужно отдать честь. Он так тоже прикольно шипит. Вот, флаг гильдии, все положено. Анзу. Сейчас, по-моему, Анзу может кто угодно выбить. Вот, а я выбивал его, когда квест, получается, мог получить только друид. Вот, друид там, по-моему, выполнял серию квестов, и в итоге... Нужно было убить этого Анзу, тоже там пещера, локация такая, господи, уже забылся, данж, вот, и один там из последних боссов был как раз, по-моему, Анзу, то есть я ничего не путаю, вот, и тоже, я на него ходил, наверное, блин, месяц так вот, каждый день, а пройти, по-моему, можно было раз в день, по-моему, так вот, все позабывал. Вот, и хлопочки, он падает. Блин, столько тогда счастья было. Да, в таких мелочах. Верблюдик. О, кстати, тоже офигенский маунт. По-моему, да, у него можно транс-модифицировать шмотки. Изменить скины. Блин, офигенский такой як выглядит. Точно с Пандарии. Вот, и... Вот в чем прикол Warcraft, такая ностальджи. Не знаю, но как бы, если вот у вас нету опыта, а вообще в MMORPG играх, да, там, скажем, я знаю таких людей, которые там всю жизнь в сингл прорубались и боятся онлайновых игр как огня, да, что засосет. Вот, но если все-таки решились, то первая ММОшка, которая я бы вам рекомендовал, конечно, Warcraft. Warcraft. Либо можно на какую-нибудь пираточку забуриться, да, типа циркла, либо на тот же самом ПТРе. Вот, тут такой прикол. Здесь вроде бы показывается, здесь квест надо брать или что там сдавать, начальный этот. Вот, но если мы прочитаем в описании квеста, то станет понятно, что нужно спуститься ниже. Блин, как же он называется? Это расщелина. Так. Волок. Да, и вот здесь вот, через портал, мы переместимся в выжженные земли. Ну, тоже офигенски. Много, не знаю, говорить не буду. Много обещать, да? Попробую, поиграю, может быть, затянет. У меня есть
персонаж вы могли лицезреть 90-го левела. Вот. И можно было по самому Дренору побегать. Посмотреть, что да как, цепочку квестиков. Я уже там потихонечку делаю. Вот. А уже там сотыми левелами можно было бы легион пощупать, что там близы намутили. Такого плана. Ну, рассказал, наверное, все, что хотел, как-то. Минутка ностальжи по маунтам. Что-то как-то сам для себя не ожидал. Вот, хотел говорить просто о ПТРе. Что-то залез в вкладочку. Такого плана. Ну что ж, дорогие друзья, играйте в хорошие игры. С вами был Меридар. До новых встреч. Пока.